море. Во всяком случае, морской котик, по-хозяйски завалившийся на лежак на пляже в Бельгии, стал весьма популярен в интернете. Он, или может быть она, очень по-человечески ведет себя, подставляет солнцу бока, подтягивается и, кажется, еще и улыбается от удовольствия. В комментариях к этому видео чаще всего пишут: «Как же она похожа на мою жену на пляже?» или «Как же он похож на моего мужа на пляже?» В общем, лето все равно ведь неизбежно, надо только немножко потерпеть. На этом все новости. Оставайтесь на Первом канале. До встречи.